В Санкт-Петербурге состоялась генеральная репетиция парада ко дню военно-морского флота. В праздничном параде он пройдет в воскресенье, примут участие 16 кораблей и подводная лодка. Сначала строй кораблей обойдет катер командующего Балтийским флотом. Он стартует от легендарной «Авроры», которая в воскресенье снова начнет принимать посетителей. После того, как командующий поприветствует все экипажи, катер вернется к «Медному всаднику». Там моряки пройдут перед адмиралами торжественный марш. Его тоже тренировали сегодня.